Клинок, собранный по технологии Sanmai. Нержавеющие обкладки из стали 40Х13 и сталь 9ХС в центре. Данная комбинация стали мне очень нравится, так как сталь 9ХС дает очень хороший, богатый узор стали. Сейчас попробую фокус поймать. Вот так вот получилось. Ну и дальше идет такой, скажем, пограничная область. Можно сказать, никакого никеля не надо. Клинок имеет твердость 60-62 единицы по Rockwell. Длина клинка 210 мм, при ширине 31 мм. Толщина обухового основания 5 мм и сходится в 3,5 ближе к кончику. Вот такой вот получается замечательный клиночек. В принципе, думаю, что я наконец-таки определился с композицией и с комбинацией, скажем так, сталей для того, чтобы сделать клинок Танта или там, возможно, какого-то Хамидаси и так далее. Вот в такой вот компоновочке буду делать впоследствии.